Всем доброе утро. Ну, простите, пожалуйста, я вчера после бани, перелета, вырубилась в 1:00 ночи и проснулась в 12:20. И для меня сейчас реально доброе утро. Но перед тем, как лечь спать, я всю ночь рыскала еду. Ничего не было, слава богу, в холодильнике. Это прям вот мне повезло. И вот утром просыпаешься, и это вообще не хочу есть. Вот как так, когда ты ночью жаждешь еды, а утром просыпаешься, и по идее надо просыпаться сразу есть. Мне ничего не получается, есть вообще не хочу. Ты удивляешься, откуда толстый живот с утра. Понимаете? Вот как так-то, а? Ну это писец, блин, как много. Я так переживаю по поводу этих заморочек сейчас в инста. Ребят, вот смотрите, мне вчера друг сказал, что когда он вводит мое имя в поисковике, то такое ощущение, что, короче, он меня в блоке. То есть он может найти меня только если кто-то меня отметил. Вот вы можете попробовать сейчас вбить мое имя в поисковике, есть я там или нет. Кто зашел? Ой! Моя кокорюзина. Тебе нравится, реально? А волосы что такие нет? Вот сразу просто глаз нет. У вас тоже девочки любят все время с распущенным? Вот я не знаю, неопрятно как-то это, когда все время распущу. Вот так вот сразу, посмотри, какая хорошая. Вот. Че, как дела, пупсик мой? Мамин самый страшный страх. Та-да! Тут увидел в ящике ампула. Давайте тебе расскажу про них поподробнее. Вот они. Мои любимые. Сейчас про все расскажу. Вот у Аркаи я люблю вот этот сет, если можно так сказать. Вот этот набор. Beauty Selection. Смотрите, здесь, значит, получается лифтинг. Да, вау, лифтинг. Дальше идет Beauty Day, это увлажнение, питание и сияние. Также идет вечернее применение. И вот одна такая прикольная гиалурон плюс. Вот такой набор очень классный, я его люблю. Вот тоже еще классный набор Star Collection. Прикольный, тут я правда уже использовала кое-какие. Здесь мгновенный эффект, девочки, если вам нужно на какое-то мероприятие, сразу, чтобы, вот, знаете, максимальное увлажнение, заполнение мелких морщинок, да, вот лифтинг эффект, ну, тоже очень клево, это вот на все случаи. Это то, что я люблю брать с собой на отдых. Вот коллаген. И утро тоже очень классная ампула. Имейте в виду. А, еще у ребят есть, сейчас покажу, подождите. Такой тоник прикольный. Тоже очень классный. Кормили кота? Доброе утро. Доброе. Кормили кота? Нет, я не... Конечно, кормила. А что он просит? Он так себя делает. Давай, просись. Давай, открывай сам. Открывай, открывай. Открывай. Так, не откроется. Давай, вот за ручки дергай. Дергай за ручку. Сюда. Давай. Поднимайся. Давай, поднимайся. Вот ручку надо открыть. Давай. Это идти. Думаю, что ты откроешь. Давай, открывай сам. Открывай, Цветан. Открывай. Ну. Открывай. Ну что ты? Открывай. Слушайте, я всю жизнь думала, что двойственные знаки зодиака – это типа весы, рыбы. Про кого-то еще я двойственно думала. Оказалось, что это близнецы,
девы, стрельцы и рыбы. Это вот мы живем в состоянии не хочу говна. Вот все время у нас такое состояние. Хорошее настроение, потом резко плохое. Офигеть, я даже не знаю. Ой, привет, как дела? Все хорошо? На работу? Ребят, может, я, конечно, считать не умею? Или в чем дело? Я отдала вам 1000 рублей. Смотрите. Должно быть дача 300, правильно? А вы мне выдали 150. А где еще 150, я не понял. Что это такое 116, Наташа? Они еще налог с меня взяли? Ну, даже если с учетом налога, они тебе неправильно сдачу дали. Нет, а какой еще налог-то, я не понимаю? Да нет, у тебя сдача 300 рублей. Ну да. А у тебя? 150. Не, ну не то, чтобы я жадный человек, мне кажется. Ну, считать просто умею. Ну нет, если бы на моем месте была Варвина, сейчас бы... Сейчас бы этот автомат от меня выслушал. Где мои 150 рублей? Сейчас она бы всем уже позвонила, всех нам. Маша подняла, сейчас будем бы разбираться, Ксю. Мэр города сюда приехал, сейчас бы такое тут творилось, МЧС, полиция, сейчас был бы писец просто. Это я еще обратила на это внимание, понимаете? Я вообще в шоке, как ты никогда пчелки не смотришь. Прикинь, пчелки! Только на... Не то, чтобы я на них дышу, это они реально так шевелятся. Как это называется? Попкорн из креветок. А это сверху стружка, как она? Наталья. Мама сейчас... это не мое. Даже не знаю, что сказать. Во-первых, ты худая. Очень красивая. Давай не будем рекламировать никого. Не рекламируй никого. Все. Красивая моя Варвина. Собака или кошка, а? Бешеная сосиска.
Для тебя этот половик тут постелили, да? Что ты такими вещами занимался? Цвета. Хищник. Марик, ты где? Я тут. Как здорово. Ну-ка покажи, что ты там нарисовал. Ой, какой классный единорожек. Я вчера была на тренировке, мне звонят дети, говорят, мам, срочно скажи, куда нам прикрепить магнитную доску. Я говорю, подождите, нет, нам сейчас надо. Бабушка привезла им магнитную доску, сейчас вам покажу. Очень, кстати, прикольная тема для учеников, для деток, для наших. Короче, на нее можно повесить расписание, можно рисовать. Сейчас вам... Вот так вот выглядит коробка. Смотрите, это магнитная доска Uniwall. Вот что на ней можно писать. Девчонки вчера в крестики-нолики, кстати, смешно так играли. Удобно очень повесить расписание. Видите? Все, что хотите. Вот инструкция по применению есть. У них есть специальные вот такие вот фломастеры. Есть тряпочка для того, чтобы стирать. Очень удобно. Ну, здесь все есть. Вот, смотрите, видите, тоже как прикольно. Кто на ней будет рисовать, это и прям истерика была. Ну, очень. Так, подготовка идет полным ходом. Что-то... Ой, ты моя рыбка. Ничего себе. Мне говорили, что в Москве нет майота. Да, у нас есть еще эксклюзивный специально. Спасибо, мое дорогое. Цветы. Какие красивые. Спасибо. Так, ты мне все подготовила, да? Все, я сейчас начинаю. Прекрасный юбилей. Класс, отлично. Вот такая special for you. Все, будем отмечать. Да. Класс. Я уже сразу себе куртку нашла. Ребят, смотрите, какая прикольная. Класс. Очень хорошо. Сейчас будем. Так, ребят, мне кажется, это все-таки перебор немножечко, нет? Ну вот, Филипп Бедросович, конечно, меня бы не понял и сказал, что все окей. Но... На мой взгляд, переборчик чуть-чуть. Так, ну, это точно надо брать, я считаю. Надо брать. Короче, все луки свои показала в итоге. Прикольные очень. Мы встретились и увидели, что у нас на футболках у обеих. Ти-дин! Мою крошку. Я настрою фразы под мангу. Да, прости за прямоту, это труп. Куда занесет нас белый самолет? Ведь до моих ушам был решать. Когда не густо, не хер.
Все, к полету готовы. К полету готовы. Все, пока, Бертруш, этот. Пока, цветок. Так, как красиво, нереально. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Все как на подбор. Здравствуйте. Какая красота нереальная. Здравствуйте. Добрый вечер. Нет, да ладно. Да. Это что-то нереальное просто. Да, сейчас начну отсюда и закончу, чувствую, там. Очень красиво. Интервью о разводе именно моему каналу. Я рада, что это происходит. Спасибо тебе большое. Простите. Мы приехали с Собчак вместо силы, понимаете? И это единственный человек, который все время их забирает. Надеюсь, здесь у нее точно не получится. Я их блещу, ребята. Все желания идут сюда, конечно. Все отлично. Было? Камчатка, ноги. До... Где мы сейчас, Ксения? Но мы в Алтайских горах. Да. Мы вместе силы. Вместе, которое пускает далеко не всех, Иван. Я, кстати, удивлена, что Алтай принял и пустил тебя. Это говорит о том, что ты тоже находишься... Приятно для вас все-таки в итоге вернуться в пещеру? Откуда вы? Ну, безусловно, Иван. Я смотрю, просто что... какой... Как, забрать мне, как декорировано. Мы же потом... Вы знаете, что в конце мы потом снимем все эти растения за... Бородина. Я как будто домой вернулась. Да, это, конечно, и, кстати, расставило. И, кстати, мы помним с Ксюшей, как ты тоже приходил к нам в далеком каком-то году на Завале. Да, я приходил, но, к сожалению, то взрывное устройство не сработало. Ну что ж, в каком-то смысле, друзья, мы...
только хорошие люди. И сегодня прекрасного вечера. Отдыхайте, наслаждайтесь. Все мы только для вас. Мы начинаем. Я не знал, я не знал.
получается. Понимаешь? И живем мы все. Я знаю, что многих из нас тоже есть друзья, есть враги. И от этого мы становимся еще сильнее. Ничего себе, сымитируй. Ой, сколько! Мы знакомы, что я даже не знаю, как это сымитируется. Знаете, мне ощущение, что после того поцелуя, после того поцелуя с Канделаки все-таки появился коронавирус. Мне кажется, после того поцелуя с Канделаки ты будешь мерещиться в каждом сне просто. Ну что, друзья, а вы знаете, что сейчас отличает Ксению от той? Тем, что когда она хочет, она уже не, не выходит из машины, она просто едет дальше. И одновременно. Да, ребята, просто конструкция сидения. Да, все, спасибо огромное, спасибо, замечательная история. Спасибо, Ксения, за этот рассказ, теперь я понимаю. Я ее с тобой завтра на интервью возьму, я чувствую. Леночка, вот у вас будет... Я села только один... Готов был выступить второй раз в другом поведении. Ну, пожалуйста. На секундочку, он с новой волны тоже сорвался. На него я знаю, вопрос. Я знаю. И там сейчас... Вот это все, Галага. Когда мама вернулась домой, сняла платье. Нормально вообще, нет? А такое бывает тоже, да. До сих пор сыпется. Сыпется с меня до сих пор. Давай, Сердар, все свои. Пармезан, престо, прошутто, Милано, помпино, che cazzo dici? Dolce Gabbana, Monica Bellucci, что еще там? Parle l'amore, scopami tutte. Короче, меня заставили переодеться, я переоделась. Сказали, сейчас будет Рома Зверев покупать. Я знаю все его песни наизусть. Я очень люблю. Будем петь вместе. Но у меня сторисы за...
Ксюш, захожу в самолет, почему-то ничего не сказал тебе. Смотря на лужи, мечтали мы об океане, чтоб на двоих у нас одно дыхание, ты должна. Что, туда залезли? И на этом коротенько все. На этом коротенько все. Все надпись. Надпись ты. Ты отражаешься. Что там написано? Оно реально волшебное, это место. Когда про него говорили, мне как-то казалось, что люди преувеличивают. Нет, Алтай, ты потрясающий. Ты просто потрясающий. Мама, может, возьмем Бертика и Сатана и будем жить там? Тут. Здесь. Может? Ну, нет, зайчик. Даже шепотом ходить не хочется, не кричать. Нет, ну вчера такого не было. Вчера не было шепота. Вчера как раз таки. Ой, девчонки, а потом пойдем там погуляем. Я мостик увидела. Ой, какой дом, тоже красивый. Сразу за мостиком. Обязательно сюда вернемся. Прям неделю здесь поживем. Обязательно. 100%. А водичку мы попросили без газа с лимончиком. Давай, Россия. Это страна? Угу. Волосики убери только с лица. Россия это страна, а Москва что такое? Москва это город. Где? В Москве. Москва это город Москвы? Москва где находится? В каком месте? Нет, в какой стране? Жареный сыр салат, брусничный салат. Спасибо большое. Привет. Москва в какой стране? В Москве! Нет. Ты же только что сказала, ты с чего начала свой рассказ? Россия. Россия. Москва где находится? Москва находится. Они добрые волки. Заюш, боюсь, что только в мультиках. Собаки. Угу. Собаки бывают добрые и злые. А если волк, то он только злой. Собака это считает одно и то же, что ли? Угу. А? Собака считает, ну. Собака это одно и то же, чем волк. Здесь водятся медведи. Косули. Косули. Барсуки. Кабаны. Пойдем сейчас искать. Кстати, удивительно мне вот что написали, что комаров. Вот правда, комаров пока я не обнаружила, но вчера и сегодня все в божьих коровках. Они прям вот просто заполонили наш номер. Выходишь из номера, они полностью на тебе. Их прям огромное количество. Божьи коровки и на полу, и в кровати, и на потолке, и у меня на волосах. Да. Ребят, кто живет на Алтае, мы сегодня едем в гостиницу, которая называется «Клевер». В той стране будем. Там барашки водятся. Скажите, пожалуйста, может быть, кто-то может помочь организовать какую-нибудь прикольную экскурсию, я не знаю. То есть хотелось бы... Прям совсем у нас мало времени, но хотелось бы посмотреть какие-то мега, самые такие лучшие места. Поэтому, если есть возможность, напишите, пожалуйста, директ, кто этим занимается. Спасибо. Это что?
Тей. Я так что-то и спрашиваю, говорю. Я говорю, ты Юж, а в садике веди себя хорошо, чтобы тебе замечания не делали. А ты что ответила? Я сказала, я веду себя хорошо, а они замечания делают. Мост еще с советских времен. Угу. Ну не все. Ой, смотри, тут с той стороны как красиво даже. Очень живописные места. Тэй, обратно тоже вход платный. У тебя 50 рублей есть? А, до 6 бесплатно лет. Так что ладно, бегай. Тогда можно. Покупочки. Нет, это вообще ничего не значит, дочь. Во-первых, внимание, значит, вход разовый, плата берется за вход на мост с каждой стороны. То есть мы сейчас, если выйдем... Опять 150 рублей платить. Да. Че, рискнем? 150, 100. А, 100 за тренинг. Будем рисковать? Что? Нет, снимаю, красивая какая машина. Да, в горы возят, 69-го года. Обалдеть. А куда вы на ней можете нас прокатить? Чертов палец. Чертов палец? Это что такое? Просто запрещено. Мы в дороге купили блинчики. Ребят, смотрите, раз я в таком прекрасном месте, то не могу с вами не поделиться, не пригласить вас на самое важное энергетическое событие этого года, которое точно пропустить нельзя. 1 сентября начнется энергетическая игра, которая называется «Импульс». Она очень круто поменяла жизни уже более 100 тысяч человек, дала им энергии и импульс на любые совершения. Знаете, сейчас подробнее об этом рассказать у меня не получится, потому что вам просто необходимо почувствовать этот эффект. Вам нужно почувствовать эту игру, прочувствовать на себе. Вход в игру свободный для всех, в этой игре будут все, обязательно. Присоединяйтесь и вы тоже, и не пропустите это легендарное, масштабное и просто важнейшее событие. Я сейчас оставлю тут ссылку, вы смахните ее вверх, регистрируйтесь, и вот ссылочка здесь прикреплена. Я поняла. Видишь, она золотистая. Это легкая. Да. Легкий загар. Она вкусная, Мария. Да. У нас лобная. Медиум рэд. Что, дочь? Да,
дом 2, только здесь книги. Ну, ты знаешь, только что? Один раз вот такой романтик с детьми дома? Это было классно вообще. Когда нет, мы здесь... Сегодня важный день очень. У меня была важная встреча. Вот, Ксюша рядом со мной, спасибо тебе, дорогая Бородина. Спасибо тебе, что здесь с нами, в моем близком кругу. Тебя люблю. И я тебя. Мне сейчас взломали страницу. Не беспокойтесь, у меня работают правильные люди, все должно быть хорошо. Теперь лучше буду прикрываться лишний раз, чтобы не сказали, что я там как стриптизерша в своих сторисах. Вчера было очень красивое платье. Спасибо огромное девочкам из ателье, которые мне его сделали. И я считаю, что если все красиво, да, то и достойно, то почему бы и нет? Не знаю, только сварливые тетки в этом увидели порнуху. Но речь не об этом. Хочу сказать, вообще вот такие молодцы, ребят, в этот раз. Просто кто... Вот сразу понятно, что гостиница смотрит мои сторисы, потому что три шапочки сразу. Помните, когда я последний раз жаловалась и говорила, что шапочек нет? Теперь их три. Огонь. Вот подготовка. Вот это уровень. Так все вкусненько тут пахнет. Очень мне нравится. Я просто хочу сказать, что сегодня было, ну, очень много возмущений как раз со стороны девушек, которым, ну, нельзя открывать свои части тела. Смотрите, уважаемые мои девочки, я вас прекрасно понимаю, да, там, у вас есть свои устои, и это нормально. Просто я вам не указываю, что вам делать, и поэтому в следующий раз я вас прошу, пожалуйста, не указывайте мне. Я всегда относилась к моему телу очень достойно. Да, был момент, когда там я не одевала откровенные наряды, и сейчас я это делаю, потому что я так себя чувствую, понимаете? У меня нет сейчас задачи заманить сиськами, никогда такой задачи не было, заманить сиськами мужика. Я вообще не из этой песочницы, и это сейчас не оправдашки, а для, ну, для тех, кто как бы не понимает, кто не в теме. Это последнее. Кстати, сегодня все заметили очень... Такой интересный факт, что когда я вчера была в платье, в таком красивом, то как-то мужчины боялись даже подойти, чтобы поздороваться. Как только я пошла, переоделась в пацана, кеды, кепка, штаны, так, все такая очень по-пацански, то, знаете, я вчера была вообще в центре внимания, и столько сразу заботы и... хорошего отношения, поэтому, знаете, если хотите, если кому-то надо с помощью таких платьев заманить мужиков, то это точно не мой случай, потому что меня привыкли воспринимать чуть по-другому, из-за других качеств. Вообще, мне кажется, очень классно, когда мужчина реагирует на тело женщины, и это, ну, в принципе, нормально, да, но когда с тобой только из-за тела, мне кажется, это унизительно. Есть огромное... Я никогда не считала свое тело там суперским, да, хотя сейчас я им очень довольна. И все время продолжаю над ним работать, и это нормально. Но те женщины, которые оголяются ради того, чтобы побыстрее встретить мужика, это как бы, ну, торговля, на мой взгляд, да. Это их право, но уж чем-чем, но не сиськами я беру. Это факт. Еще один важный момент, который хочу проговорить. Я всегда буду в диалоге со своими подписчиками. Всегда. Поэтому, кто думает, что я оправдываюсь, пусть, если вам так легче, думать, что я оправдываюсь. Ребят, пожалуйста, так думайте. Но мне нравится вести эти диалоги. Я могу быть согласна с вами и говорить, блин, круто, согласна. Могу быть не согласна и что-то пояснять. Это не значит, что я оправдываюсь, потому что в этот момент
когда человек оправдывается, он чувствует вину и потом чего-то не делает. Вы знаете прекрасно, я вам объясню свою позицию и буду продолжать так делать. Поэтому, когда есть оправдание, это человек переживает, боится и как бы больше никогда так не будет делать. Нет, я как вот сейчас стала так одеваться, так и буду одеваться. Если потом в какой-то момент почувствую, что нет, не хочу, не буду, но... Вот, кстати, обращение ко всем отелям очень важно. Иногда, ну, приходишь в дорогие отели, и там дурацкие шапочки. Вот посмотрите, вот здесь очень прикольная шапка. Короче, даже когда ее растягиваю, сейчас не могу вам это показать. Знаете, иногда шапочку надеваешь, короче, и она как лупается, и все. И вот потому что продешевили. Вот отели. На этом нельзя экономить. Это важно. Чтобы вы понимали, у нас... 1:30 ночи. Но добрый вечер. Ночи. Здесь, на Алтае, да. А всем доброе утро. Мы идем на завтрак. Да, девчонки? Марька, у нас вещи с собой. Так, туда. У нас с собой вещи, потому что... Мама, нельзя было пакет взять? Возьми ты, вот помоги сестре, умница. Называется «Алтайские порции». Иди набирай сосиски. Тут такой момент, что-то он совсем маленький вертолетик. Прясь, настоящий.
Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. Когда повезло с пилотом, забрал ты Юшу на руки. Девчонки тоже идут, а мы идем как-то красать. Все аккуратно, тихо. Так. Все, мы продолжаем свой путь. Все долетает сюда вообще, обалдеть. Очень круто.